Вот такой трофейчик. Леска 0,12. Мормышек рулят. А то мне все говорят, что... Блин, а я думал, зацепился. Так, что-то что-то опять поймал. Еще трофейчик, а? Да, кино снимает. Значит, у меня первая проводка была, там все-таки окунь был. Я думал, зацеп. Как за травку задевает. Щукана. Ну, у меня мормышка только. Ты на этот спиннинг с мормышкой. Ну, а что? Сколько тест? А. Ну, 180 грамм, фигня. Под мормышку. Ну, это, ну... Ну, Коля говорит, мормышку. Поклёв? Ну, на хомутинке там это. Я как-то тягал килограммчика на 3. Всей речкой мы его там тягали. Пытались вытащить. Так что-то не это, не вытащил я его. А удочка такая, наверное, метра, может, 2. На песканов. Мормышек рулит, а вы все мормышки, мормышки. Так что учитесь, детишки, как дядя Стас ловит рыбу. Детям потом рассказывать будете. Блин, А ее здесь и нету? Она там, да? Ха-ха-ха! Коль, удавись! Не буду я тебе машину делать, понял? Так, ладно, я шучу, а то еще пешком домой пойду. Ну, там покидал, здесь покидал.
А у тебя это, микроджиговый-то есть в головке? Ну, у меня, видишь, у меня мормышки только с собой. Резина-то есть. Нету? А тебе зачем? А? Вот такие. Ну вот эти последние два какие-то бледненькие. Так, на. У меня есть вот, но они не это. Вот такие, Ромка. Резинку можно будет припендюрить, на. Попробуй. Она легенькая. А, это? На 25? У тебя леска же там? Леска же? Ух ты! Ничего, я что-то так, да, сегодня? Ничего. Ну, таких-то приятно ловить. Ну, а то у меня там на форумах уже, да на ютубе. Че ты сюда карапузиков ловишь? А джиголовок вообще никаких, да? А я-то, видишь, я коробку туда с жиголовками не брал. Этот, на мормышке-то это. Меня, молодец. Angry Spin или кто он там? Crazy Fisherский. Ну, я начинал мормышить вот с этого спиннинга. 1.9 все-таки не 180. Я начинал вот на этот. А все, кончилось. Да я сейчас время поймаю. Ты вон там. Я на крестуре бачил, все лето ездил. Я щуку поймал, там все лето. Ты вон там, где ты кидал блесну.
Вот там, где, видишь, он водоворотик. Вот там тусуется он. Ну, здесь тоже тусуется иногда. Слышь, ты задолбал уже, а? Ну, ты как так? Коля, мастерства не купишь, понимаешь? Я бы вон так, что я не клюнул, а я бы был рад. Ладно, пошел я от вас туда. Злые вы, да? У меня тоже простенькая. И на это время пока последний. Да, такой. 2004, да? За 4 у меня только мормушка. Серебряный с золотым напылением и с изумрудом для лучшей игры. Не, с рубином красный. О, а ты говорил, рыбачить не умеешь. И тача убить. Все, сфотографируйте меня. Да не всю, там есть еще, только хитрая уже. Не клюет. А на это можно. О, настроение поднялось. Поперла рыбалка, да? Вообще не люблю. Не, это парнишка на БВХ, еще один подходил, который кемеровский. Ну, эти самопальные. Сами делают. У меня Александрова еще есть. О, где-то резина с собой. Значит, у меня первое тогда, когда закинул по. Видели, да? Видели? Ну-ка. Думаю, рыбу прет, а еще говорит, я, да я. Ты так меня обловишь сейчас. О, карась, о, рыба прет. Так ж не клюет. По сравнению с профессионалами. Ну, профессионал чего, пришел, всю рыбу быстро выловил, и все, а ты сидишь, удовольствие растягиваешь. Окунь все крупнее и крупнее. Они, смотри, по ранжиру идут. Сначала самый здоровый, потом поменьше. Наверное, здесь кончились. Так, надо сфотать, пока не это. Совсем темно-то не стало. Надо самому сфотаться на фоне улова-то. Стойка подошла. Нифига себе, заглотил. Дорви, чего уже? И рыбку большую вешай себе.
О. Кто-то. Смотри, 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 смотри. На кончик удилища, смотри на моего. Ну, хотел тебе показать, как клюет. Тык-тык-тык. Прям удилище. Проводка расколбас. Коробку-то взять. У меня что-то выгрузило, и это. И рюкзачок хоть. Да я-то так, чисто для души поехал.